грязный вариант использования в боксе плеча, тот же самый грязный бокс. Во-первых, это происходит, когда мы входим в клинч. Удар, мы резко сокращаем дистанцию и выставляем плечо, нанося фактически такой таран плечом. Либо мы попадем в голову, либо если противник выше нас, и мы подсядем, мы можем врезаться в солнечное сплетение. То есть мы двигаемся и влетаем плечом, сокращая дистанцию, наносим удар. Это не нокаутирующий удар, это именно шокирующий вариант, мы влетели. Оказавшись в клинче, здесь тоже часто используется грязный вариант. С другой стороны, когда рефери не видит. Прижали руки, нанесли удар, плечом разрывая дистанцию, и потом пошел удар. Рефери не видит, бам, бам. Еще раз, это не нокаутирующий, это больше шокирующий, дезориентирующий. Рассматриваем, как это можно самостоятельно наработать. Опять же, допустим. Вход. Пошли. Вошли. Одним.